Я на второй читаю. А бабу он рейд не нажимал. Крылышки поражены. По укусу. Ой, тут Джованни за... Джован, ко мне беги быстрее, на мне пак поедут тени. ФВК стоит сзади. Читаю гимн. Ну, мы два укуса просрали, короче, плюс турбо топ ДПС. У тебя не получилось. На Сириусе пока нет, но в принципе я знаю. Ловить стаки и похерить. Он про нас будет. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. У меня работа, меня не будет танк игру.
А за меня пустит закрыть. Он пистол. Третью неделю хочу. Да я похилить могу. Танки заберите, не хочется. Дай-ка, пожалуйста, хвалик половина. Могу заугнить. Вместе или число какое? 19 декабря. Он сам себя держит.
Я умер. Не знаю. Дохнуть на вихре, это бесценно. Юный. Поставьте стол маги, пожалуйста. Сейчас прибудет ее подкрепление. Тыкните. Потом собирается снимать эту как его, старую республику, то есть за 1000 лет. До этих событий. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться. А, это которая игра? Ну да. Там говорят, доната не будет никакого. Не-не, в смысле, ну, улучшений не знаю, что там. Без понятия. Может быть, ты прав, Кроп. Вот. Не в ТД или в танке остаться? Вот он.
разгром. Короче, блядь, какой-то фильм был, я вот точно не помню, 93-го или 94-го. Там, где, короче, бабу... Там про вампиров, там, где бабе прихуярили вместо ноги пулемёт 6. Там Убивантус умер. Валдырь меня убил. Я был АОЕшкой стрел. Так, последний босс, можно и Берн. Это Marvel Blade будут снимать. Должно быть норм. По крайней мере, актер нормальный. Сгром. Да, актер там охуен. Если это не Киану Ривз, смотреть не. Блейд? Ты последнего этого видел Джон Уика? Конечно. Говно. Фильм? Он... Понос такой собачий просто. Не, ну на что? Один раз сойдет. Ви пёсили мне узнал. Душная тварь. Да причем здесь это? Мне просто сцена. Я вот выключил реально этот фильм на той сцене, когда он бежит посреди города, там мегаполис, и просто в центре города забегает, сука, в конюшню. Я просто ебал. А где он этому челюсть отбил? Да я уже как это не помню, я выключил, потом думаю, ну надо как бы досмотреть до конца, там нахрен с ним. Ну просто чувак бежит просто, блядь, по мегаполису и в центре, сука, города, он забегает какую-то ебаную, блядь, кань. Это ж, сука, каким нужно быть наркоманом, чтобы такое вообще придумать? Понимаешь, тебе нужно просто... Примерно царянность. ...смотрел сюжет первых двух частей полностью, чтобы третью подыкнуть. Да я смотрел первую-вторую, как бы смотрибельная, нормальная, как бы там, все чики-поки. А учитывая то, что в третьей части еще... Самые кассовые, они там немного с боевыми, конечно. В третьей части они реально как будто типа репетировали, блядь, боевые эти разорвал справа. Всем привет. Там вы найдете спасение. Карта закончилась? Почти. Пару минуток. Ничего, герой может. Да там уже осталось 18 ка. К? Ну, Т. Им дать на хп повали. Ребят, подавите и слейте быстрее, а то мы не закинем. Дал гим. У кого гим не есть, давай. Навали таргет возьми.
Вот лежу, есть. Хватит ставить. Ну я, короче, встал тут, ролдер не взорвал. Открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Челкин, беги, заходи, сейчас стать в поинт. Задиспельте с него, но он сейчас стать просрет. Зашел, 2 секунды было, вряд ли. Сейчас захилит. Чуть-чуть осталось. Я бы на 25 знаков сейчас финят. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Я излечилась! Изера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Ой, квест. Присните, пожалуйста. Две спины. Блин, ну я бы рольнул, но мне тогда ПР не хватит на герц. Поставьте портал, пожалуйста, Мади. А что за Делик? Сохраните душу, Синдрагоса. Синдрагоса и там взять надо, когда убьешь. А, понял. Мадис на ручи дашь? Так, завтра у нас допронос будет вместо Громбайта, окей. А там совета падали еще руки на танка.